Вчера мне на счет поступили денежные средства. Человек начал мне писать, чтобы я вернула эту сумму. Он мне предложил два варианта, куда их скинуть. И ни один из этих вариантов не похож на тот, с которого мне пришли. Я записала видео, чтобы разобраться в этом. Комментарии разделились на два лагеря. Одни за то, чтобы я просто скинула эту сумму, а другие, наоборот, говорят, не надо, вдруг это мошенники, пусть банк разбирается. Я прочитала в интернете о таком виде мошенничества. Человек хотел купить товар. Нашел его, допустим, в интернете. Нашел продавца этого товара. Но продавец, не имея этого товара, скинул человеку мой номер телефона, чтобы через меня отмыть эту сумму. Человек скидывает сумму, присылает чек. Этот чек мошенники отправляют мне. Якобы это они случайно ошиблись. Я им возвращаю сумму назад. Тот человек, который хотел купить товар, понимает, что его обманули. Пытается вернуть свои деньги. С кого он будет спрашивать? Правильно, с меня, потому что на мой номер он скидывал эту сумму. Но у меня уже этой суммы не будет, так как я скинула ее мошенникам, которые сказали, что это они мне перевели. И получается, человек, который хотел купить товар, легко может написать заявление на меня, и мне придется из своего кармана потом возвращать. Поэтому я пока ничего не делаю с этой суммой, она также лежит на карте, и я жду разбирательств.